Во-первых, как вы говорили, да, раньше, да, там эти партии, да, там логин был. Это раньше, сейчас мир изменился. Сейчас интернет, хотите или не хотите, информация, она выйдет. Если раньше, да, кто-то тебя столкнул по дороге, никто не видел, никто не говорит об этом. А сегодня ощущение, что люди ходят на улице с телефоном готовы, чтобы снимать какой-то сюжет, да? Потому что только что-то происходит, люди снимают. Поэтому я считаю, что такой-то идеи сейчас я, честно, не вижу. Все должен просто катиться в сторону веры. Веры. Потому что сейчас мир открыт, и только веру спасает.